Вы сносите. А кто сносит? Кто разрешение дал? Вот документ есть, нельзя сносить. Защитники усадьбы Ермолаевых подоспели вовремя. Еще бы чуть-чуть, и корейский экскаватор сравнял с землей красноярскую старину. Неравнодушные горожане успели вызвать полицию, снос остановили. Техники не должно быть, пока не решен вопрос относительно объектов и территории рядом с ними, поскольку не определена никакой мусор убирать. То есть, ну, предписаний никаких. Ну, я все, это уже как... Ну, все понятно. Вот. Рабочие, которые сносили усадьбу, после приезда активистов и тем более полиции, испугались. И заявили, что расчищали территорию по указке свыше. Приходил сам глава администрации, говорил, что убрать. Лично сюда приезжал он. А вот дом сегодня сносили? Не видел я, не в курсе. Этот дом начали строить еще в 1818 году. Потомки одного из основателей нашего города, казака Ермолаева. 200-летняя усадьба Ермолаев пока стоит на своем. Первый этаж выполнен из кирпича. И видно, что сделали на совесть, пока его не берет даже современная специальная техника. От второго этажа осталось гораздо меньше, меньше половины. Остальная часть сейчас выглядит вот так. Ее можно разве что пустить на дрова. Защищает усадьбу горстка активистов. Дежурят каждый день. Ольга Баркова, реставратор, говорит, сносить этот дом запретила служба по защите памятников. Запрет действует 90 дней. Но хозяева земли предписание игнорируют. У него было прямое предписание, прямой запрет на эти действия. Он этот запрет, в общем-то, я считаю, что... партизанским образом решил нарушить. И это уже не первая попытка собственников расчистить территорию от старинных зданий. Проблема в том, что ранее власти не присвоили домам охранный статус. Делать это начали только сейчас. В сегодняшней попытке сноса будут разбираться полицейские и прокуратура. По данному факту будет проводиться проверка. Ну, надзор вот такой оперативный, что выявить здесь? Ну, мы по этому сообщению также будем проводить проверку, скорее всего. Активисты настаивают не только на сохранении усадьбы, но и на проведении комплексных археологических исследований этой земли на Перенсона. По некоторым данным, там есть подземные ходы и помещения. А сама земля является культурным слоем, который может обогатить городскую историю множеством артефактов. Виталий Поляков, Николай Чистяков, Новости ТВК.